Poloniex, одна из самых крупных криптовалютных бирж в мире, стала объектом слухов о якобы намечающейся покупке Poloniex компанией Circle. В блоге Modern Consensus появилась информация о том, что компания Circle хочет выкупить американскую криптовалютную платформу Poloniex. Блог утверждает, что эта информация исходит от двух источников, близко знакомых с делами Circle. Однако директор хедж-фонда Block Tower Capital Ари Пол опроверг эту информацию, сказав, что приобретение Poloniex не планируется. Представители блога опровергают слова Ари Пола. Они уверяют, что Circle и Poloniex согласились с поставленными условиями, и Circle уже обратилась к регулирующим органам. Ни Circle, ни Poloniex ситуацию никак не комментируют.